сразу грибла. Значит, всегда есть о чем рассказать. Да. Ну, поделите нам что-нибудь новое. Здорово. Ну, как же, вы слыхали? Да, опять пожар. Опять пожар, опять с агентом пришлось пить. Дорогой Дмитрий, что ж такие грустные новости-то? Как, к примеру, на прошлой неделе у нас бани открыли. Прекрасные бани. Бани. Да, Куликов был в этих банях, и говорит, что это намного лучше, чем те, которые на Покровском проспекте. Бани – это волнует каждого из нас. Катенька, солнышко, золото мое. Акции, потом в истории был. Да что ж мы сидим-то? Ваше здоровье. А вы не писали о том-то? А мадам-то придет? Мадам. Это плохо. Ну, чего? О чем я не писал сегодня? Как же? Буквально вчера уехал из города Антон-Павлович, проехал на Сахарин. В американской гостинице. Слышал, я гнусно назывался в нашем городе. Ну, что вам надо знать? Какая скотина тут ходит? Успел. И не закрывает. Держу столько преступных дом. Везде борда, как в корчме. Кто там звонил, кого принесло? Это Анфиса, что нашего Федя принесла. Шляется тут. Дармоеды. Она вас не поймет. Вот вы сначала ее приглашали, а теперь бронитесь. А я не бронюсь. Я говорю. А вы бы, матушка, занялись чем-нибудь. Чем сидеть это? От нечего делать-то. И на спор лезть. Не понимаю я этих женщин. Клянусь честью.